лицах улыбки, а в душе радость. Для тех, кто состоит в украинском обществе Вербиченко, сегодня особый день. 20 лет организации, которая стала для многих второй семьей. Я бы сказала, что, знаете, таких школ на территории России, ну, буквально по пальцам пересчитать можно. А школа, которая просуществовала бы такое время, ну, это совсем уникальный факт. А про Вербиченко я что хочу сказать? Наверное, единственным словом можно это подвести итог. Не умещаемся. За два десятилетия в товарищество вступили десятки людей. Сейчас в Вербиченке порядка 100 человек. История организации началась в 95 году. Это было в парке аттракционов, там была такая деревянная избушка. Там собрались, это было 7 октября. И с того времени началось, и 20 лет организация существует, активно работает, имеет большие успехи. Концертная программа праздника была насыщенной. Украинцы танцевали, вспоминали былые времена, пели и, конечно, шутили. Я сама як балерина. Маню. Що тобі? Я вже нився на тобі. Вийди замуж за мене. Дитина є. На праздник пригласили немало гостей. Это служители церкви, украинцы соседних городов, а также просто друзья. Ну, 20 лет мы знакомы. Это большой срок и такое прекрасное ощущение таких присутствия рядышком друзей, такое прекрасное ощущение поддержки. Потому что вот как придет кто-нибудь из Вербиченки в храм, понимаете, вот без улыбки, ну никак. Мы их поздравляем с такой датой, желаем им успехов, дальнейшей творческой деятельности, ну и чтобы была дружба. Мы давно с ними дружим, я их знаю много лет, и мне бы от всей души хотелось пожелать этому коллективу процветания, счастья. Одна из главных задач Вербиченки – это сохранить традиции и передать их молодому поколению. Ведь уже сейчас в товариществе есть и дети, и взрослые. Вот, к примеру, Демьянчик. Ему всего 6 месяцев. Родители надеются, что когда малыш подрастет, он обязательно будет чтить традиции и помнить об украинских корнях. Адель Серазова, Максим Липин, новости НТР.